Здравствуйте, с вами Тесла46 и прохождение Майнкрафта с модами. Значит, я в прошлый раз, когда приветствовался, я не сыграл никакую мелодию, хотя бы такое знаменательное событие, начало второй главы и все такое, но я не смог подобрать, сейчас подобрал, но сыграл все на другую, но есть гораздо более печальные события. Я снял получасовую прошлую часть, из-за того, что неправильно ее сохранил, она, ну, исчезла. А там было очень весело, там я строил из себя идиота, также разочаровал, вернее, сделал кучу мечей из сумеречного леса, разочаровал их, получил 85 уровень. Также нашел охрененную сокровищницу, начал ее освещать, убрал мод Light and Fix, чтобы у меня вот так сундуки снова нормально были. Очень-очень обидно, что я потерял, потому что для моей нарезки приколов за вторую главу она бы мне очень пригодилась. Но вот, увы. Поэтому теперь опять идиотизма не получится, потому что я подавлен, блин. И дома никого нет, я кучу всего набрал там. Вот, вы можете видеть магнит. Еще я даже нашел там вот эту дверь, непонятно, правда, зачем она мне. Сделал два меча для моей коллекции, которые я домой принесу. Не хватает только самого сложного, чтобы убить гидру. Нужно убить ее, чтобы сделать меч, да. В общем, путем разочарования мечей, у которых есть добыча 2, я получил себе 85 уровень. Полностью зачаровал себе броню на защиту 4. Кирочку надо бы починить. В общем, мы отправляемся туда. Вау. Ну вот, меня тут уже тепло встречают. Так. Кстати, тут почему-то тут еще спавнятся руды из металлургии. Как видите, там мы даже вот инфусколий, алмазы. Я тут даже орехарик нашел. О, огненный ублюдок. Блин, там столько прикольных моментов было. И жука я этого в лаве утопил. И гроулерил. Ну, типа, кстати, вот орехарик. И в Angry Birds сыграл, блин. Все пропало. Все, теперь больше на другой жесткий диск никогда сохранять не буду, только на свой родной. Ну его к черту, а. Блин, так обидно, а. И вот этих я убивал. Призраков. Да сдохни. О, и криперов. И в матрицу играл, уклонялся от этих ублюдков. Меня сейчас убьют, кажется, вообще. Вау-вау-вау-вау. Отступаем. Блин. Ну вот, все, я перекрыл себе путь к отступлению. Ребята, спасите меня! Спасите, 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 спасите. Вау-в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 ау. Блин, а меня пожрать даже нет ни хрена нигде. Так, прыгаем, прыгаем, прыгаем наверх. Так, все. Чё, ха-ха-ха, блин, я чуть не сдох, ублюдок. Я теперь не смогу вообще свой дом найти. Прекрасно просто. Да прекрасно просто. Не обойти вздумал. Ты где? Ага. Все. Я перекрыл себе все пути к отступлению. И мне теперь, чтобы еще домой вернуться, нужно будет попотеть. Потому что я не помню, где мой дом. Я создал не тот портал. И оказался в этом же самом месте. Теперь я буду бегать по кругу. И не смогу вернуться домой. Блеск. Лучше просто часть записалась. Тогда я сейчас этот провал был бы оправдан. А так, фейловое начало серии, кстати, платина. Интересно. Так, ладно, погнали. Ты еще мне платину взорви, сука. Платина моя. И только моя. Ладно, может, я еще раскачаю. Но обидно, очень обидно. Ладно, мне там под нос я что-нибудь бурчал. Я так активно комментировал. Блин. Экспериментатор хренов. Так.
Ты еще, конечно, отсюда. Сука. Так, нужно... Ладно, нужно постараться возобладать над своей жалостью и попробовать дальше комментировать как безумец. Хотя вам даже это не нравится, и я все это делал только для того, чтобы это было мне весело потом смотреть. И в итоге все пропало. Но, надеюсь, вы довольны тем, что мой весь идиотизм не записался. Хотя я лично искренне недоволен. Потому что не каждый раз у меня получается так комментировать. Бурчать под нос я могу себе постоянно, а вот чтобы так вот активно и с юмором, и это вообще редко получается. Ботинки, блин, нахрен они мне сдались, ваши ботинки. Брысь ты, блин! О, сундук. Что, кто? Кто вот эту взрывчатку ставит, блин? Ой, уже второй раз такое. Грибы, блин, бананы. Куда все это надевать-то вот? Эти я еще наберу, листочки вот возьму себе. Перо, блин. Ну, возьму перо. Окей. Офигеть, у него зачарованный шлем был. Так, ладно, давайте представим, что ничего не было. Что я просто начал эту часть. Да, я просто начал эту часть. Ничего я не терял, ничего не происходило. Да, да, все было так нормально. Кирка. Что у меня вообще в Эндер рюкзаке-то есть? Ага, положено, значит, платину, порох, листья, порох, другой порох. Я смогу тогда превращать животных обычных в животных из сумеречного леса и наоборот. Кыш, кыш, вот кыш. Итак, значит, вот эти ублюдки, эти липузики, они похожи на них очень. Нужно... Ух ты, нифига, он стреляет в меня какой-то... Ого, изумруд, я же на киркан на удачу, а ты отвали мне, не мешай. Нужно еще осмотреться. А вдруг тут еще сундуки есть какие? Так, нужно киркан на удачу, чтобы выкопать изумрудов больше. Непримечательные изумруды, которых нужно выкопать больше. Один штук всего... А, дерьмо. Ну ладно. Значит, суть в чем, я сейчас нахожусь в западне, и мне нужно выбраться, вернуться домой живым. Хотя, прежде чем вернуться домой живым, мне просто вернуться нужно домой. Ну, да, ух ты, еще изумруды, да смотрите-ка, это мне, видать... Да сука ты, отравляет меня! Ух ты, Битл! Из группы Битлз! Жук! Грёбаный! Идиотский! Жук, я еще песенку какую-то напевал, блин, какую же я песенку напевал? И прям так напевал, и прям мои слова были... Ой, меня в западню кидают! Уэй! Спасаться, спасаться, спасаться! Лазурит. Кыш, кыш, кыш. Опа. Цепляться паркур. Лук мне не нужен, спасибо. Слизни какие-то чмокают, чавкают, фапают, все такое. Нужно найти здесь, отсюда, выход. Но прежде нужно все тут осветить. Кстати говоря. Реально нужно все тут осветить, чтобы никакая сволочь тут не заспавнилась более. Я тут спавнеры сломал, мне кажется, вообще все сломал. Но нет, тут продолжают препятствовать это, суки. Стой! Стой! Что это там такое? А, это факел мой. А это что так? О, спавнер, глядите-ка! О, куда заныкали! Зеленоглазый пидорас. Апдейт available. Спасибо, но мне эта информация крайне неинтересна. Призрака убью! Убью призрака! Алмазы, видели? Там в потолке были алмазы. Сохни! Ладно, хорошо, домой как-нибудь с горем пополам вернусь, ладно. Да не взрывайся ты так, скотина! Стейросовая. 86 уровень я на этих мечах, блин, себе наделал. Вообще жесть просто. Сейчас сдохну и потеряю все. Потерявший все. Короче, вот что. Нужно здесь сейчас поставить портал. Вот здесь.
а зеленый расположить дома. И не дай бог, блин. Я сейчас не найду свой дом. Это мне придется делать выживание с нуля, представляете? Так, ладно. И ты сдохни, крипер. И ты сдохни, зомби. И ты сдохни, пидор. И вы оба идиоты, которые пуляются слизью в меня. Пыщ, пыщ. Жечь тебя буду. Так, надо ставить на сундуке, который разграбил факел. Да вы понимаете, что этот сундук я... Сука, а чё? И чё? Не понимаю я этой логики. Значит, надо найти место, откуда я пришел. О, призрак! О, зеленоглазый ублюдок! Видали, я его прикончил. Битлз! Битлз! Сдохни, Битлз! Битлз! Какой ты живучий! Пидорасня развелась, понимаешь, тут призраки летают, зеленоглазые. Типис, крипис. Вот тут я утопил этого слизняка. Португана так схватил и утопил. Блин! А прикинь, я выругнул вот так вот сейчас из этого портала и в лаву. Надо оба портала, чтобы у меня были здесь. В этом я сундуке ничего не взял почему-то. Давайте выкинем вот эту кирку в задницу. Вот этот лук в задницу. И добудем отсюда вот это и вот это. Что мне выкинуть отсюда? Ну, апельсин. Рыба. Ну, гнилую плоть, конечно. Ну, кирку. Все. А что они вообще умеют делать? Они вообще бить умеют, нет? Какие-то они лохи, знаете. Лохи. О, Рихарк, смотрите. Жалко, тут дома антиатларуса нет. Только инфусколи. Ладно, нужно найти место, откуда я сюда вообще пришел. Блин, ну все жалко прошлую часть. Ну блин, ну что хотите она делать, но мне жалко. Так круто вышло, блин. Я думал, я, блин, на одну часть нарежу целых 10 прикольных моментов. А хрен там было, блин. Из-за моего гребаного эксперимента ничего не получилось. Хотел память на жестком диске спасти, блин. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной, блин. Да откуда вы беретесь, а, слышите? Хи-хи-хи. Сейчас я вот этот дамеж в задницу запихаю по самой не могу, и будьте хи-хи-хи. Где выход? Да блин, откуда вы все беретесь? Скотины! Все откуда лезут, блин, лезут, выход где? Я просто не помню, с какой стороны я вообще сюда пошел. Блин, уберите эту фигню. С какой стороны я вообще сюда вошел? Я с какой стороны сюда ведь вошел? Где-то тут пробурился путь. Дырку такую на поверхность. Но небольшую дырку, а два в один блок. Один в два блока. Блин, как это назвать-то? Они тут лапками шевелят, за мной бегают. Ишь ты какие. Так, а, это призрак. И это вы, что ли? Динамит ставите, суки, еб... Ну какие? А я возьму и заберу. Ха! Лах! Аллах! Ботинки, блин, какие-то еще. Я взрывчатку заберу с собой, понял? Идиоту. А где выход? Ла-л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 а
темно, 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 темно. Вау! Вау! Я как в матрице. Ложки нет. Опять он динамит поставил, ублюдок, а я заберу. Обосрался, да, обосрался и обломался. Идиот! Грёбаный идиот! Куда ты побежал, сыкло? Не, нормально, я... Да ты сдохнешь или не сдохнешь? Сдохнешь, потому что я так заходил, все. Вау, это было круто. Мне типа должно быть страшно сейчас, да? Мне страшно даже не от вашего. Я страшно от того, что я сейчас свой дом потеряю, а там все мои самые ценные, что у меня есть, понимаете? Я все из дома забрал туда. Если я этого лишусь, будет печально очень.
Мне придется все делать заново, представляете, все заново. О. Больно надо. Значит, там, где выход, там точно должно быть. Нашел, все! Я нашел выход. Ура, все, ставим здесь портал. Портал. Розовые они меня вообще нахрен взорвали. Молодцы. Огурцы. Так, вот, все. Так, значит, вот шапка вот эта гребаная. Мне от нее в противоположную сторону. Там мой дом. Так. А я хочу еще в Angry Birds поиграть, чтобы показать вам. О чем, что я вообще имею в виду под Angry Birds-то? Блин, вот почему не сохранилась? Такая классная часть была, а? Так. Так, 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 так. Тут мой дом видно вообще? Так. Ну вот, собственно, вот тут я, если идти, то слева этот биом. Значит, я иду в правильном направлении, во всяком случае. А если направление правильное, значит, я рано или поздно... До дома доберусь. Так, вообще прекрасно. Теперь ко мне еще и все домой пришли. Теперь вообще идиотизма не получится никакого. Это хотел раскованно поснимать. Теперь опять унылая болтовня будет. Офигенно. Просто офигенный день. Такая классная часть вышла. Почему она пропала? Почему жизнь забирает лучших? Где мой дом? Интересно, если я еще свой дом не найду, мне останется только повеситься. Давай, домик, пожалуйста, найдись. Домик. Домик. Так, так, давай, давай, я хочу... Вот, вот биом, да, вот этот... Вот там дерево, вот рядом с этим деревом должен быть мой дом, по идее. По идее. Лабиринт. О как. Смотрите-ка. Лабиринт я нашел. Это тот лабиринт, в котором я был ведь? Или тот, в котором я не был. Да, блин. А ты фиг поймешь. Но мне кажется, тот, в котором я был. Фух, нашел. И, кстати, еще тут был момент, когда один олень съел другого. Тут валялось только кожи и это и мясо. Все, теперь розовый портал ставим здесь. И все, отлично. Кстати, вот я еще рва... Блин! Что за день такой сегодня, а? А где рамка? Рамка где? М? А рамки нет. Ха-ха. А, не, вот она. Фух. Окей. Давайте его зачаруем и починим. А что вообще зачаровать-то можно? О, типа боевой топор, да? А и можно рубить предметы? Давайте мы его на эффективность 1 зачаруем и починим. Попробуем им что-нибудь срубить. Оба-на! Офигенски. Он работает в трикопитейтере. Ну что ж, тогда можно будет его починить еще раз и оставить, потому что это трофей. А вот второй, который я такой же сделаю, он у меня уже будет. Кстати, как раз чары нужно с него снять, мне кажется. Ну, ладно, потом сниму, если что. Еды-то и девать уже некуда. Перчатка.
Где взрывчатка вообще лежит? Ладно, пусть тут лежит. Я тут лежит. А, тут лежит. Ну что за день? Я такой классная часть была. Как раз пока никого дома не было, я был идеально раскрепощенный. Блин. Печально. Очень печально. Ну что, теперь поздравьте меня, сейчас будет унылая серия «Возни с домом». А конкретно, как я буду сейчас рассортировать вещи неправильно. И чё? О, давайте попробуем сделать себе еще один большой рюкзак. Хватит, интересно. Хватит. Все, и в печку. А марганца у меня много? Ого, давайте сейчас тебе стальные печки что ли сделаем. И рюкзак большой. Нам нужен краситель какой-нибудь. Интересный. Красный есть, этот есть. О, давайте зеленый сделаем. Да, почему бы нет? Да, в этой печке у меня угля нету, конечно. Вот, отлично. Давай быстрее. Просто когда будем возвращаться домой, нам понадобится гораздо больше рюкзаков, чем было. Поэтому будем по возможности их делать. Я почему ферму оленей сделал, чтобы они мне кожу давали? Кстати, можно для них загончик сейчас организовать. Ой, а загончик как делается-то? А, из палок он делается, точняк. Так. Вот так вот он делается. О, нормально. 42 штуки. Вот тут его вам организуем. Я буду вас частенько навещать. Вот так вот. Отлично. Ну а теперь... Го, я создал. Пшеницу надо еще землю это законопатить. Так, давай. Оп. Оп. Да, блин. Оп, и последний. Пережарилась. Отлично. Как мы тебя назовем? А, как бы мне его назвать? Яд. О. Вот он тут у нас лежит в инструментах. Так, у нас теперь есть еще один. Прекрасно. Теперь нужна пшеница. Будем кормить этих оленей. Оленей, да. Это теперь не бездушные твари, это олени. Бездушные твари были коровы, потому что до них было очень далеко идти. Кстати, давайте вот что сделаем сейчас. Я плохо помню, как делается полка.
Но я помню, что там нужна вот эта фигня. А, нет, смотрите, помню. Вот. Сейчас мы возьмем себе еще пшеницу сюда. Вот, поставим там полочку вот эту. Да блин, ты уйди отсюда, пожалуйста. Ну уйди. Прошу тебя. Вот. И вот так. А, класс. Теперь можно будет их хранить пшеницы, не отходя от кассы. Еще нам нужно делать ферму арбузов. Пожалуй. Этот гриб мне мешает, правда. Но, в принципе, арбузов мы не так много будем выращивать. Так, мне нужно 4 семечка арбузов. Раз, два, три, четыре. Я еще сделал 2 волшебных фруктовых салата и золотых яблок, которые я нашел в лабиринте в прошлый раз. Сколько я снимаю? Скоро уже буду заканчивать. Серия по полчаса у меня стандартно теперь длятся. Так, 4 арбуза. Делаем из них семечки. Теперь берем мою мотыгу. Вот, на, и погнали. Сюда ставим блок, чтобы ничего не выросло. Ой, 3. А будет 4. Вот так. Тут у нас будут арбузы. Хорошо. Хорошо. В таком случае полочку нужно будет перевесить, потому что к ней будет неудобно подбираться. Давай, ломайся. Какая крепкая полка, блин, а? Она мне хоть выпала? Выпала. Значит, поставим ее вот сюда. Будем вас тут кормить. Это надо еще сделать себе мечик один для охоты на эндерменов. Но мне кажется, сейчас об эндерменах думать смысла нет, потому что мы находимся в сумеречном лесу. Надо переплавить весь наш тартарин, вот что. Это мы наверх отнесем. Да, и еще я думаю, что нам не стоит особо быстро все здесь делать, потому что я не хочу, чтобы вторая глава закончилась на 15 или 20 части. Иначе будет несерьезно. Первая глава 150 частей, а вторая 20. Как-то это быстро, что ли, очень. В общем, не очень хорошо получится. Рыбка. Вот одну картошку я оставлю. Давайте мы куда-нибудь перенесем. Вот сюда. А это мы пожарим и сделаем себе рыбу и чипсы. Тут еще что-то... А, понятно. Где рыба? Вот. Марганец раздробился. Отличненько. А вот железо, пыль... У нас нет, 26, значит, нужно... 26 это... 12, что ли? Нет, 13. 13... Сделаем себе стальные печки, а чё так? Торма. Чё бы не шикнусь. Железо мы наберем еще. И вот меди нам нужна. Не взяла я медь, она мне нужна. Кстати, платину. Платиновый сундук надо сделать, вот что. У меня как раз тут 4 платина есть. И 10 платиновой пыли, это же охренеть можно. Мантовая. Так. Мне не хватает меди, представляете? Поэтому пойдем сейчас туда. Матугу я, естественно, выложу. Это я тоже выложу. Все. Так, пожрать. Блоки, кирки, меч. Погнали. А, ну, конечно. Вот так нужно будет это все дело расчистить.
и факелов тут побольше понаставить, чтобы я это место не пропустил. О, не пропущу, думаю. Еще с этой стороны. О, жесть. Ну что, давайте выкапывать тогда все отсюда. Железо, магнезий. Меня вообще медь интересует. Вот, вот реально, мне нужна медь. О, нашел. Конечно, я тут до хрена. В принципе, я уже набрал достаточное количество, но я наберу еще. Привет, паучок. Боровичок. О, золото. Вот золото мне нужно. Че? Сколько же вы все беретесь-то? И где он? Вау, какой прыгнул на меня. И ты сдохни. И ты сдохни. Че вы? Это твой меч вообще, это вам не хухры-мухры. Вот да, идеальная лестница. Золото. Чтобы я смог сделать себе еду. Всю. Алмазы. О, железо. Это мне для индастриала пригодится. Еще золото. Надо будет отсюда вообще все выкопать. Желательно. Ну, все, конечно, не получится. Но у меня сейчас приоритет золото и железо. Вот из этого нужно попробовать выкопать все. Давай, и все. Мне даже алмазы не так приоритетны, как золото и железо. Поэтому, наверное, даже их пропускать. Ой, вау. Прикиньте, я бы сейчас в 3D играл. Жесть. Сейчас так сиранул, наверное. Спасибо. Мило очень. Так, вот еще железо. Жак, оно все на верхах лежит. Но, думаю, мы с этим справимся. Кстати, мне абстрактор так и не пригодился, потому что я опыт наделал себе с помощью мечей. Изначально зачарованных. Ох ты, еще золото. Да, такая вот унылая серия. А вот этот динамит ставит, сука. Марганец. Как же места не хватает? Ну, бананы мне нафиг нужны, в принципе. Кто-то там рычит, непонятно. Что-то от меня требует. Так. Уголь, редстоун. Это все не особо мне нужно. Вот вам адекватная серия, пожалуйста. Захотели, получили. Чё ты там башкой качаешь? Сейчас сомневаюсь, что это вообще хоть похоже на башку. Где вы там? А, вот. Ну блин, какой ты вертлявый. О, еще изумруды. В принципе, а нафиг они мне? Нафиг мне изумруды? Мне очень надо золото и железо. Я сюда пришел за этим. Так, золотишко. О, сколько его здесь. Офигенно. Так, значит, сейчас, когда у меня будет возможность записать, когда никого не будет дома и с идиотизмом, я этой возможности воспользуюсь и сохраню все так, как надо. Потому что так жить нельзя. Там так классно вышло, блин, хотя бы на мой взгляд. Мне понравилось. Мне главное понравилось, и я это потерял. Прискорбно. О, вот же железо еще. Так. Я паркур-мастер
так себе, поэтому буду делать все вот таким вот образом. Фух. Ты что ли рычишь? Брысь, негодник. Ты не страшно мне, что ты? Я, кстати, их назвал зеленоглазые такси. Хи-хи-хи, да, это типа закадровый смех сейчас был. Стой. Тихо, не падать. О, железо, но я туда не полезу. Это как-то несерьезно. Марганец, алмазы. К черту алмазы, мне даже золото нужно. Ай. Сколько у меня, кстати, 31 железа и 30 золота. Неплохо. Ой, а прикинь, сюда бы сейчас была яма, я бы упал в лаву, ха-ха. Да отвали ты, мерзкий. Кстати, ой, я, кажется, очень много снимаю. А, ну нормально, увидимся в следующих сериях.